بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براسي سيوستري Мы продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам исламских убеждений. На предыдущих уроках мы разбирали очень важный вопрос ⁇ атрибут справедливости Бога. И в связи с этим мы коснулись важнейших вопросов. Конечно же, необходимо заметить, что всех вопросов мы коснуться просто-напросто не сможем, нам не позволяет формат данных уроков. Но все-таки мы постарались коснуться самого важного и лаконично постарались донести суть самых важных вопросов относительно данного атрибута, атрибута справедливости Бога. И на предыдущих, на последних уроках мы начали разбирать, наверное, самый актуальный вопрос в данном атрибуте, а именно сомнения, которые возникают у людей. И в связи с этим мы коснулись ряда очень важных и значимых и значимых и важных с той точки зрения, что они довольно-таки распространены среди людей. Сомнений. Коснулись распространенных сомнений относительно данного атрибута. И последним, атриб... последним сомнением было то, что человек, который согрешил в этом мире, будет наказан в будущей жизни адом. А ад — это очень страшное очень ужасное место. Всю, весь ужас и страх этого места на самом деле мы даже себе представить не можем. Это трудновообразимо. И последнее сомнение, которое мы разбирали, касался именно этого явления. Почему же Бог наказывает таким образом страшнейшим, ужаснейшим образом наказывает грешников? И в связи с этим мы сказали очень важную вещь, а именно то, что ад и это наказание является естественным следствием, естественным следствием тех деяний, которые совершаются человеком. И об этом имеется множество аятов, указывающих на это, на этот вопрос, что наказание не является чем-то навязанным, наказание, адское наказание не является чем-то, что навязывается. Бог причист от этого, Он не нуждается в этом. Он любит свои творения и наоборот желает, чтобы они достигли вечного счастья, вечного блаженства. Но то, как они проживают эту жизнь, не позволяет им получить это вечное счастье. Таким образом, естественным и необходимым следствием того образа жизни, которым живут грешники, которым живут люди, не уверовавшие в Бога, является вечное наказание адским огнем. Это естественное следствие. Бог любит все свои творения. Почему Он наказывает таким образом? Потому что они сами это заслужили. Они сами выстроили своими руками эту, этот огонь, этот ад. И, конечно же, это одна сторона, но есть и другая сторона, очень важная. Мы говорим о справедливости Бога. Подумайте сами, справедливо ли награждать вечным блаженством? и справедливо ли не наказывать людей, которые творят все эти бесчинства, творят все эти злодеяния, угнетают других людей, убивают людей, грабят людей. Справедливо ли награждать вечным счастьем, вечным раем человека, который находится во главе какого-то государства и грабит свой народ, уничтожает, истребляет свой народ. Справедливо ли не наказывать человека, который устраивает геноцид, развязывает войны, вносит смуту, раздор между людьми, раздор между разными нациями, раздор между членами одной и той же семьи? Конечно же нет, это несправедливо. Как раз таки наказание само по себе является справедливостью Бога, проявлением справедливости Бога. Таким образом, с одной стороны, это естественное следствие, с другой стороны, если бы это не было естественным следствием тех деяний, которые совершаются преступниками, если бы так не было, то накажи, не накажи Бог этих людей, награди Бог этих людей, это был бы как раз-таки и не справедливостью. Даже если бы... Это наказание не было естественным следствием деяний этих преступников. Это еще одно сомнение. Но есть и еще другое сомнение, связанное с этим явлением, с явлением, с таким явлением, как наказание адским огнем, которое звучит немножко иначе и имеет определенную значимость для нас. И поэтому нам необходимо разобрать и это сомнение. Итак, дорогие братья и сестры, некоторым Людям приходит в голову следующее сомнение. Они подвергнуты следующему сомнению относительно справедливости Бога. Они говорят, человек живет определенное время в этой жизни, в этом мире. Проживает 50-60, а порой и менее того лет. А это ничтожно мало. Просто не имеет абсолютно никакой числовой значимости по сравнению с вечностью. Представьте себе, сто лет и вечность. Сто лет по сравнению с вечностью это просто-напросто ничто. И вот это вот ничто, или как сказано в священном Коране, вечер или мгновение, или всего лишь полдень, то есть те люди, которые будут воскрешены в судный день, они подумают, что провели в могиле всего лишь полдень, или же один вечер, то есть очень малое время, хотя они могут провести там и тысячи лет, две тысячи лет, потому что с тех пор, как были несполнены эти аяты священного Корана, прошло почти полтора тысячи лет, и как минимум эти полтора тысячи лет кажутся этим людям как одним вечером или одним полуднем. Так вот, эта жизнь, утверждают авторы этих сомнений, эта жизнь ничтожно мала. И человек, который совершает на протяжении этого короткого срока, этого короткого периода преступления, и проявляет неверие по отношению к Богу или приписывает ему сотоварищей, этот человек будет наказан вечным огнем, будет наказан огнем, адским огнем, вечность. И эти люди говорят, как же такое может быть справедливостью? Как можно вечно наказывать человека, который грешил всего лишь какое-то определенное, недолгое, ничтожное, практически по сравнению с вечностью, время? Таким образом, они говорят, что Бог несправедлив, наказывая людей вечностью, вечным огнем. Но нам необходимо учесть один очень и значимый вопрос. Очень, очень и очень значимый вопрос. Не только для разрешения этого сомнения, но и в принципе для того, чтобы нам разобраться в нашей собственной жизни, нам разобраться в программе нашей жизни, чтобы спланировать нашу жизнь правильно. Этот вопрос для всех этих вопросов, для всех этих моментов крайне важен. В чем заключается этот вопрос? Этот вопрос заключается в том, что человеку, который располагается в этом мире, приходит и открывает глаза в этот мир, рождается в этот мир, этому человеку абсолютно не нужно, не нужно очень большое время, очень долгое время, чтобы сформировать себя, чтобы построить себя своими руками. То есть человек на протяжении очень короткого времени и этим, именно этим отличается потенциал этого мира, в котором мы находимся. В отличие от будущей жизни, будущая жизнь лишена этой особенности этого, этого свойства этого мира. Это свойство данного мира, в котором мы находимся, заключается в том, что он обладает крайне, повышенным потенциалом. То есть мы способны за очень короткое время достичь уникальнейших с экзистенциональной точки зрения результатов. То есть за очень короткое время человек способен построить себя, формировать себя. Или, если хотите, другими словами, если выражаться, обрести определенную суть. Или же, если еще другими словами, возможно, не очень точными, но, может быть, для некоторых более понятными, более привычными. За очень короткое время человек способен в этом мире обрести те привычки, от которых практически невозможно избавиться. Таким образом, за очень короткое время, и это примерно сорок первых лет то есть за первые 40 лет человек ну это правило конечно же из которого имеются исключения то есть там может быть плюс или минус но как правило человек за 40 лет своей жизни способен полностью сформировать себя это может произойти и быстрее человек может в 20 лет сформировать себя может в 25 лет сформировать себя. И даже быстрее может сформировать себя. Но, как правило, формирование в 40 лет заканчивается. То есть, если мы обнаружим человека, который живет в этом мире и достиг 20-летнего возраста и уже сформировался, эти 40 лет означают, что у него есть еще 20 лет, чтобы изменить свою суть в лучшую или в худшую сторону. Изменить себя. После 40 лет уже наступает замедление, замедление этого, этой скорости, этого формирования. Полностью формирование не останавливается, но становится настолько медлительным, что практически кардинально себя изменить невозможно за это время, уже после 40 лет. Таким образом, в этом мире человек способен за очень короткое время сформировать себя и стать кем-то стать чем-то более возвышенным, чем то более возвышенным, чем ангелы. Как это произошло с его светлостью, пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи алейхи и также с его наместниками, праведными, непорочными наместниками. А может, наоборот, снизойти до уровня, когда он хуже, как сказано в священном Коране, мы создали человека наилучшим образом и это наилучшее это создание которое было создано богом наилучшим образом может пасть ниже ниже и достичь самой низшей ступени как сказано в самом священном коране и как сказано в других в другом и от священного корана бальхум одолле что эти люди подобно калям они подобны скоту, подобно животным адаль, нет. Более того, они хуже животных. То есть человек за эту свою короткую жизнь может сформировать себя, стать экзистенционально, бытийно, стать или лучше ангелов, лучше самых лучших творений, или же пасть ниже самых слабых, самых ничтожных творений, а именно скота, ниже пасть ниже скота. И это за очень короткое время. Таким образом, неважно сколько человек грешит, он формирует себя в этом мире. И сформировав себя однажды, он уже, покинув этот мир, не сможет измениться, не сможет стать кем-то другим. Кардинально измениться не может. Да, в будущем мире есть возможность немножко изменить себя, но немножко. Поэтому должны быть определенные задатки, должно быть определенное зерно, заложенное в этом мире, которое может расцвести в будущем мире. Но если человек грешит и, и впадает в неверие или в многобожие, то этот человек не может измениться даже за целую вечность. И поэтому, если Бог вернет, как сказано в Священном Коране, этого человека в этот мир обратно, он будет совершать все те же самые поступки, которые совершал в первую свою жизнь. То есть, увидев судный день, увидев наказание, если Бог его вернет в эту жизнь, чтобы он совершал праведные деяния, он не будет совершать праведных деяний, потому что он уже сформировал себя. И поэтому Бог не жадничает, Бог может наделить красотой, блаженством, раем всех. Но некоторые люди просто не способны принять эти дары, потому что сформировали себя своими собственными руками, не извели себя в пучину сделали себя более ничтожными более низшими творениями чем животные как сказано в священном коране таким образом мы видим что это сомнение также не актуально не имеет значимости и не может быть критикой справедливости бога на этом наше время подошло к концу я прощаюсь с вами Вассаламу алейкум рахматуллахи محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد